меня уже взрослый. Только вчера я тебя вела на 1 сентября, и вот уже последний звонок. Скоро во второй класс. Мам, что будет после последнего звонка? А после последнего звонка будут каникулы целых 3 месяца. Развлекательные комплексы, аттракционы, мороженое, на море поедем. Ура! Да, это классное время года, все дети его любят. Ну, а потом 1 сентября, и ты пойдешь во второй класс. Интересно, сколько это дней? Это лето длится где-то примерно 90 дней. Да! Да, это круто. Я очень это люблю. Я ценю лето, спасибо. Ладно, сынок, спи, уже поздно. Мам, ну ты же не стоя скажешь каждый вечер. Ну, уже очень поздно. Мам, ну мне не уснуть без твоей истории. Ну ладно, слушай историю. Жил-был мальчик, и было у него... Ладно, побегу сам. Мам, доставай уже, ты уже поспала, последний звонок.
неужели настолько опоздал? Эх, неужели на свой первый последний звонок опоздал? Эх, ладно. Буду во первом классе еще один год. Серёж, ты что тут делаешь? Еще и с портфелем. Лайки, что настолько опоздал? А почему ты не нарядный? А почему я должен быть нарядный? Но ведь сегодня же последний звонок. Серёж, ты чего? Сегодня же воскресенье, а завтра последний звонок. Вот это да! А я-то думаю, почему у мамы будильник не сработал? Ну что, пошли тогда играть, Владик. Ребята, поставьте лайк, если вы тоже дожидаетесь последнего звонка. Подпишитесь на канал и напишите в комментариях, вы в каком классе. Всем до встречи, пока-пока.